Всем здравствуйте! Решила снять небольшое такое видео для самых начинающих. Сейчас получаю в личных сообщениях от женщины такое письмо. Хочу гортензию метельчатую, розовую и голубую. И сразу же понимаю, что человек в этой теме недавно, так как голубых метельчатых гортензий их просто не бывает. Ну, по крайней мере, на 23-й год селекционеры пока еще не вывели такие сорта. Вот сейчас перед нами находится крупнолистная гортензия Early Blue. Blue – это синий цвет. То есть у нас этот сорт перекрашивается из розового в голубой. Но для этого нужно добавлять алюминиевые квасцы, что я и делала. Но не с этим кустиком. Сейчас покажу. Вот этот же сорт Early Blue. Но я начала его поливать алюминиевыми квасцами. И он начал уходить у меня в такой вот голубой цвет. И такой номер проходит только с крупнолистными гортензиями. И то не со всеми. Вот перед нами метельчатая самарская лидия. Сколько бы мы ее не поливали алюминиевыми квасцами, это никак на ней не скажется. Она как была вот такая вот беленькая, так и она останется. И только ближе к холодам начнет розоветь и краснеть. И будет прям такой рубиновый цвет. И это уже никак от нас не будет зависеть. Не будет зависеть, чем мы ее поливаем. Это уже особенность сорта.